«Принцесса и дракон» — это особое фэнтези-дополнение к знаменитой настольной игре «Каркассон». Новые фишки и клетки поля делают партию остросюжетной, а результат — непредсказуемым вплоть до финала. Главной звездой дополнения стал огнедышащий дракон. Он вылезает из вулкана, чтобы летать и пожирать все живое. Игроки управляют им поочередно, каждый раз, когда выкладывают квадрат со значком чудовища, а потому следует уводить монстра от своих подданных и подставлять под удар конкурентов. Защитить от дракона способна фея, которая заодно делает ваших людей более эффективными, чтобы они принесли больше очков. Также в игре появилась принцесса, и ее красота – страшная сила, способная устранять с поля вражеских рыцарей. Сделать же партию непредсказуемой помогут клетки с порталами, через них можно перемещаться. Участники вместе создают королевство, но извлечь максимум выгоды и победить сможет лишь тот, кто будет действовать хитроумно. Игра издательства Hobby World.